Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Суд Гааги обязал Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам российской нефтедобывающей компании ЮКОС. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков. Москва намерена оспорить вердикт в Верховном суде Нидерландов, отметили в Минюсте. Ведомстве также подчеркнули, что Гаагский суд не принял во внимание тот факт, что бывшие акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами. Ранее иностранные акционеры обратились в Международный арбитражный суд в Гааге с требованием взыскать с России сумму в размере 111 миллиардов долларов. В июле 2014 года суд частично удовлетворил иск, однако снизил сумму до 50 миллиардов долларов. На этом у меня пока все. А больше свежих новостей на сайте mymsk.online. До скорого!